Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс86Play, и меня зовут Александр, мы продолжаем прохождение внезапно Вархаммера Space Marine 2. Вот, давненько не запускал. Короче, подумал, решал. Проходим сейчас Horizon, который все никак не можем пройти. Проходим Призрака Цусимы. Короче, два эксклюзива Sony, и что-то как-то реально устаю, надоедает иногда порой. Вот, а тут решил, надо делать что-то, какой-то перерывчик между этими играми. Вот, а подумал, что такое что-нибудь легонькое, чтобы отвлечься, либо стрелялку, либо гонки, либо вот что-то в этом роде. Вот, у нас есть с вами еще НФС-ка последней серии, но до нее мы тоже доберемся, она в планах. Короче, там обновления постоянно вылазят, очень гигантские, вот, и, короче, не успеваю я их обновлять по 30 гигов. А вот, к тому же, когда выходит обновление, не знаю, до сих пор обновление выходит, там слетает русификатор, и русификатор надо ждать, пока выйдет пару дней или так далее. Вот, и тут я подумал, у нас же есть Warhammer Space Marine 2, который мы с вами начинали, но, короче, так и не проходили. Вот, вроде бы простенькая стрелялочка, бродилочка, почему бы и нет, собственно, мы и продолжаем. Вот, всем приятного просмотра, что сказал. Так, я, конечно, забыл, уже как, куда, зачем, почему. Так, будем обучаться. Значит, правая кнопка — это пила, это стрелять. Так, пробел, прыжок. А что у нас еще было? А что еще было? Так, shift — это бегать. А как контратака, по-моему, была? Так, Q. Ага, все, я вспомнил. Ладно, окей, продолжаем. Где мы? У кого-то ищем? Мы на какой-то планете. Уж ничего, если честно, не помню. Ну ладно, па-па-па-па-па. Вспомним, короче. Походу, следствие вспомним. Так, что такое, спокойно. Все вроде включил. Опа. Здравствуйте. Во имя императора. Здравствуйте. Есть контакт. Говорите, майор. Капитан Айден! Я думал, вы мертвы. Как бы не так, мэм. Вы непробиваемы, как Крокс. Сочту за комплимент. Айден, нужно отбить орбитальные пушки. Бронетехника наготове. Тогда за дело, капитан. Слушаюсь. У меня пила больше, чем он. Да, давай. Бля, дайте на тракторе поездить. Ой, в смысле на танке. Погнали. Погнали сражаться во имя императора. Кто по мне хочет? Тогда нам туда. А зачем они так подсвечивают? Так, блядь, кто стреляет? Да вы что ли, твари? Эти, бляха! Дай ко мне! Так, а как добивать? Стоп! Да блях, не дали, я забыл! Заряжаю! Бля, дайте добить, пацаны, я не помню реально, как добивать. Так, ну это прицел, окей. А как... Ладно, разберемся. Ну, Г, граната, это понятно. Так, ну нам не сюда явно. Блях, все позабывал. Все позабывал, ну да ладно. Так, мясо. Так, что тут? Что за звук? Да, еще патрон не забывай брать. Да.
Да, бляха. Мразь. Мразь паскуда. Так, Гэлан пока не будем трогать. Не понял, ты что там делаешь? А что там забыла? Чё пикает, я не понимаю. О, бля! Пацаны! Ты куда, блядь? Ты куда? Отроги. Цель уничтожена. Так, чё по жизнькам? По жизнькам нормально, цель уничтожена. А дайте патрошки. Давай. Перезаряжайся. Я тоже сейчас перезаряжусь. Собираю припасы. Так, ну, пила это ладно. Так, автоматическая болт-винтовка. Болт-карабин. Болт-пистолет. А у меня-то чё? А, у меня с подствольным гранатометом. Во, я вспомнил. Ладно, ставлю. И нож. Окей, пока ничего не дают. Да чё пикает-то? Выдвигаемся навстречу кадианцам. Выполняем, лейтенант. Здесь мы дадим отпор. А чё ты так слышно меня? Типа, лейтенант! С таким этим. Заряжаю оружие! Да заряжай давай, титуля. Нам туда точно, да? Тут ничего нету. Бля. Ну пускай пока пацаны повоюют. Гранатка. Ах ты ж! Тварюга. Да вы чё, офигели? Оп. Бля. Да хорош. И не помру. Так, я взял тяжелый болтер. А, так он типа. Это мне пригодится. Чё горит? Снова это мерзость. Бля, где болтер-то? Как же я вообще все забыл. Тая Пера. А это еще что? Сантро. Убейте его, пока он шип остальных убить труднее. А он бесконечный? Неприятель устранен.
Красиво сейчас будет. Да хорош тебе тут. А, блин, что было? Надо перезарядиться. Надо перезарядиться, да. Установка снова наша. Слава императору! Валькирия готова. Блин, вообще реально. Все забыл. Дыры такого размера, что туда фрегат пройдет. Он не даст нам это сделать без боя. Он? Разум Улья. Мощное коллективное сознание тиранидов. Нельзя его недооценивать. Майор, орудия полностью разряжены. Нужно время, чтобы пробудить машины. Живее! Тираниды бросят все свои силы на эти позиции. Это майор Саркана. Немедленно перебросить второй и третий взводы к орбитальным пушкам. Так точно! Покажем уродам, из чего сделан восьмой полк! Чё, жесткая битва? Так, сейчас, секундочку, кое-что посмотрю, настройки управления. Так, ВСД, левый shift, уклонение space, это я вспомнил, прицеливание, переключение, не понял. Так, добивание, это я тоже вспомнил, парирование, да. Огонь, масштаб, альтернативный огонь, непонятно. Фиксация X. Смена оружия В. Чего? Перезарядка Р. Применение способностей. Чего это? С или G? Непонятно. Нет, G, это С. С? С. Окей. Ну ладненько. Да что ж такое-то, перестань. Прекрати. Так, что у нас? Просто реально. Так, а на чё? А, я хотел посмотреть лечиловка на чём. Вроде бы на F. Так, а чё происходит-то? Чё происходит? Орбитальная пушка. Какая-то майор, тусня. Нужно отцепить периметр. Мои солдаты на позиции. Будут держать оборону. Так, а есть ещё? Они полезут по стенам. Не пускайте их. По стенам? Так, болт-винтовка. Автоматическая болт-винтовка. Короче, ладно, по херу. Погнали. Он послал своих ангелов. Да? И чё мы должны? Чё происходит? Сосредоточить огонь! Не останавливаться! Они вообще живы? А, блядь, ульи, ни хрена себе! Да, я в курсе. А, они все равно лезут. Так, спокойно. Туда.
Так, я не понял, я гранаты брал или не брал? Да хорец, идите отсюда, мелкие морфы. Меняю магазин. А патронов-то нету. На, убери, пожалуйста. Внимание! Так, братья, давайте быстро. Милорд, без системы наведения орбитальной. Да я понял, я понял. Нам надо прикрывать пацанов наших. Младших, старших ли. Это так, осколочная граната. Собираю припасы. Собираю припасы, да. Что такое? Что там хулиганит? Так, без наведения. Опять что-то затикало. Слышишь? Так. Собираю снаряжение. Кракс граната. Чё кракс граната делает? Помогайте по возможности, но не задерживайтесь. Наша цель — система наведения. Есть ли? Ах ты, тварюга! Ну я тебе сейчас... Заряжаю! А куда нам идти-то? Сюда? Милорд, этот лифт доставит вас к пульту управления! Удержим ксеносов! Да храни. Хорошо, давай. Так, опять оружка, но не до оружки. Если чё. Если чё, сейчас вообще не до оружки. Так, нашёл боеприпасы. Чё это такое? Защити новый. Этих духов машины! Сбереги их святые механизмы! Но позволь их данным затеряться! Секреты, которые мы, Адептус Механикус, извлекли из их хранилищ, они не должны были увидеть свет никогда! Прошу, пусть все случится быстро. Молю Бога машину. Пусть генерал-фабрикатор не узнает о том, что вы нашли. Вот так вот. А что они нашли? Что-то нашли, короче. Чего нашли? Майор Саркана, мы почти у системы наведения. Нужно вручную поднять лепестки спутниковой антенны. Будет сделано. Майор, я вижу механизм. До связи. Будьте начеку! Тираниды вас заметили! Ну, посмотрим. Глазам не верю. Окружите и стрели. Может, ты возьмешь? Не подпускайте их, пока я работаю. Да не подпускайте, вам же сказали, вы чё? Вы, бляха, черти! А где второй? Ах ты, гадёныш! Можно убить? Чё летает? Ладно. Заряжаю оружие. Хоть плеваться. Пацаны, а вы где? Пацаны, а вы где?
Пацаны! Ты чё, мразь? Ты чё, мразь? Ты чё, мразь? Боеприпасы кончились. Блять, боеприпасы кончились. Пацаны, вы чё делаете-то, алё? Мне из-за вас боеприпасы кончились, пацаны. Это, блядь, бегают. Пацаны, прикрывайте. Где вас носит? Меняю магазин. Да иди ты отсюда, вас. Маляха-муха. Давайте, давайте, прикрывайте. Ну вы убьете его, нет, пацаны. А вон того еще можно? Пиздец, блядь, стоит, блядь. Куда ты? Да погоди, ты патроны все хотел взять. Уничтожен. Блять, не надо. Заряжаю. Стоят пацаны, короче, в сторонке не воюют. Вы хоть бы нажимали кнопку. Вы нахера мне нужны-то? Серьезно. Два болванчика. Прикройте, магазин пустой. Ну вот, магазин пустой. Три гранатки. Так, что делаем? Что нужно от меня? Блять, где метка? Летят сюда, тварь. А у меня нечем. Блять, чем я должен ее защищать? Мне нечем. Бля, как же это не вовремя. Фу, блядь. Бля, боты вообще бесполезные, конечно. С этой куколкой я, блядь, долго буду. А, да? Но я тут как бы без вариантов. Патронов нет, блин. И ни хрена не дают. Новые гаргульи летят к антенне. Да возьми ты патроны! Я стараюсь. Блять, что происходит? Надо перезарядиться. Враги повредили антенну. Yeah.
Блять, по мне долго будут стрелять. Их нужно отбросить! Враги повредили антенну! Да не, 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 не! Короче, куда их откинуто? Вот и не работает. А у меня нету патрон. Нечем. Здесь не дают патроны. Нужны патроны. Вот я же говорю. Пилот, антенна сильно пострадала. Да ей пиздец. Пилот, антенна сильно пострадала. Да беги ты! Меняю магазин. А я не виноват, что вы от меня хотите? Я один. То есть, блядь, вот серьезно, здесь боты, они вообще никчемные. Вот я про что и говорю. Они не стреляют. Понимаете? Что я сделаю? Я и там, я и сям, блядь. Мне вообще не до того, пока я увидел, что здесь, блядь, этот ящик. Вот у меня опять патронов нет, блядь. Вот они не стреляют. Надо перезарядиться. Патроны вообще уходят. Херам. Они вот этих, блядь, не гасят. Они тех не стреляют. Собираю припасы. Новые гаргульи летят к антенне. Да я не могу! Я не понимаю, что происходит. Блять, меня вообще со всех сторон стреляют, а тем похуй. Заряжаю оружие. Враги повредили антенну. Он еще и не бежит, блять, какого-то хрена. Да куда ты? Ой, блядь, как это неудобно. На е, блядь, ящик беру, блядь. Нашел боеприпасы. Нашел. Надо перезарядиться. Их нужно отбросить. И повредили антенну! Пиздец какой-то. Антенна сильно пострадала! Бросаю осколочник!
Да я, блядь, не понимаю. Вот я не могу. Все. Я не знаю. Я серьезно, я как один должен все эти антенны, блядь, спасать? Когда меня никто не прикрывает, блядь, помимо того, блядь. И вторых, блядь, они со всех сторон. А боты, блядь, стоят, нихуя не играют, блядь. А зачем это сделано? Я не знаю, вот вам, блядь, и это. Но это не в тему. Их очень много, во-первых. Я один, как, блядь, должен отстреливать их, блядь? Куда-то бежать, блядь. Вот он стоит, стреляет, по его никто не убивает. Собираю припасы. Его никто не стреляет. Всем похую вообще. Новые гаргульи летят к антенне. Пиздец нахуй, осколочник всего три гранаты. Да беги ты, ёб твою мать! Да иди ж ты вы нахуй! Враги повредили антенну! Нет! Собери волю в кулак и вставай, брат! А теперь раскидайтесь! Я у тебя в долгу! Все, магазин пустой, блядь. Их кто валить-то будет? Я же не могу одновременно стрелять и валить. Да что ж такое-то? Чё толку-то, что я нашел, блядь, боеприпасы? Да нечем мне их откидывать, я не могу один одновременно делать. Суть-то в чем? Тупорылые боты, вообще я охреневаю. Где еще-то один? Они, во-первых, за мной не бегут, они никого не валят, вот представляете, да? По мне шмаляют, ты стреляй, хера ты встал-то? Пиздец, вот это гон какой-то натуральный, блядь. И типа без коопа ты эту игру не пройдешь, потому что боты, нахуй, блядь, никуда ничего не годны, блядь. И тот где-то бегает там, блядь, нахуй. Дебилы, сука! У меня слов нет, а чё, ну а кто, блядь, так сделал-то? Чё все эту игру хвалили, нахваливали? Как, блядь, проходить? На среднем уровне сложности они стоят вообще ни о чем. Ну здесь куча со всего, блядь, вообще хрен поймешь, куда чё делать, блядь. Они стоят, блядь, тупят нахуй. Чё толк от этой осколочной гранаты-то нахуй? Пиздец, блядь, вот это, конечно, жесть. Да, еще и пройти нельзя, заебись, блядь.
То он, блядь, бежит, то он как в штаны насрал, блядь. Со всех сторон. Надо перезарядиться. Враги нацелены на антенну. Ликвидируйте их. Применил осколочную гранату. Блять, зато он берет, добивает. Враги повредили антенну. Заряжаю. Да уйди ты от меня. Блять, какой-то. Заряжаю. Братья, помогите. Надо вставать. Милорд, антенна сильно пострадала. Пиздец какой-то. Так-то лучше. Как же он меня бесит, эта летающая хрень. Боты, отъеботы. Какие же вы глупые. Пусть они исполняют запас. Отвага и честь. Перезаряжаюсь. Да иди ты нафиг. Это жесть, это реальная жесть. То есть, ну их как бы не сложно, но вот когда вот эта вот вся хрень происходит, и ты не понимаешь, что происходит, блядь, куда бежать, что нажимать, это пиздец. Милорд, да я нажимаю! Иди ты на!
Я один, они вообще два болванчика. Вот жестко вообще, конечно, пригорело, так пригорело. Ну а чё, серьезно, вот что я сделал в данном моменте? Я бы ничего не сделал. Ничего я с этим не могу поделать. Они не стреляют по этим антеннам. Вы бестолковые ребята, все, вас увольнять к херам надо. Вам даже полы мыть и то не доверили. Да. Главное, их там меня стреляют, валят. Они там бегают, как головастики, что-то мерзко. Бросаю осколочную. Куда, блин, себе в трусы? Да. Лейтенант. У капитана Акерана для вас новые приказы. Хорошо. Где Элиан? Враги пытались взять числом. Пришлось разделиться. К тому моменту, как мы отразили нападение, Элион был уже мертв. Нечто проделало дыру прямо в его шлеме. Я должен был пойти с вами. Жаль, что он не смог увидеть крушение корабля Улья. Я сражался плечом к плечу с Элианом 20 лет. Его не могли одолеть хармагаунты. Там внизу есть существа куда смертоноснее хармагаунтов. Тебе не следовало разделять отряд. Он пал в бою, сержант. Таков наш долг. А тебе не следовало тупить. Так быстро. Да ты забудешь. Ты тупой. Мне пофигу, ты откровенно, но ты тупой. Каким бы ты ни был персонажем, ты не можешь стрелять. Обойтись тремя оставшимися кровавыми ястребами. Мне пора. Че, просрали все? Брат. Какой охоты? Давайте, дурачки. Куда ты? Жди следующего лифта. Приперся такой. Мне сказали, ты прибыл с лордом Калгаром. Ты сражался с ним на Вигалусе? Я сотни раз читал отчеты об этой битве. Великолепная оборона. Я исполнял свой долг в ином месте. У тебя необычный послужной список. С этим мне повезло. Да. Мне нужны разведчики на этой позиции. Капитан! Подойди сюда! Капитан, механикус на линии. Они подождут. Это Нозик Бета-12. Архимагас Механикус. Должен был прибыть сюда уже час назад, но отказывается покидать Кадаку без данных из его лабораторий. Сейчас он на базе Имперской гвардии. Его лаборатория неподалеку. Враг приближается и скоро полностью захватит эту базу. Нозик незаменим. Добудьте данные и эвакуируйте его. Добывающая установка. Если мы разрушим резервуары и направим поток в долину, мы сможем зажечь поля вокруг базы. Поджарим их Прометеем. Я выделю тебе небольшую команду, которая этим займется. Трое бойцов, не больше. Веди их в курс дела. Есть. Только железяками и... Бум-бум. Бум-бум-бум. Для Механикус? Ага. Мы же Астартес. Тит Лирео, готовимся к вылету. Ожидаю команды. Так, это ладно, это все хорошо. Мы туда-сюда. А где... Так-так. Лейтенант Тит. Здорово. Нам сообщили, что требуется наша помощь. Мой отряд должен добыть данные из лаборатории Механикус в секторе 41А.
Крупный рой тиранидов угрожает этой лаборатории и базе Имперской гвардии к востоку от нее. Ваша задача — устроить диверсию на Прометеевом заводе и замедлить врага. Мы не подведем, лейтенант. Спалим гнусных ксеносов дотла! Времени мало. Инструктаж во время спуска. Брат, Магос Галео просит явиться в арсенал. Принято. Вот это я понимаю, да. Навыки надо прокачивать, а то что-то... Если для этого задания тебе не выдали пиробластер, немедленно возьми его в арсенале. Прежде чем экипаж займется обслуживанием... Твоя персона вроде появлялась в моей визуальной системе, Тит. Ты хотел меня видеть? Как проходит адаптация к новому статусу? Не жалуюсь. Любопытно. С вероятностью 0,9 ты должен был... У меня много дел, Магос. Что ж, тогда прошу к терминалу арсенала. Я обеспечу тебя всем необходимым для миссии. Это все понятно. А когда я успел сделать его левым-то? Он же у меня правым был. Ну, короче, вы поняли, да? Чтоб стрелять не с левого плеча, а с правого. Какая-то кнопка, да? По-любому. Ладно, давай посмотрим. Давай посмотрим, потом разберемся. Отметь необходимую экипировку, и станция вооружения выдаст тебе ее. С момента нашей прошлой встречи многое изменилось, но все здесь должно быть тебе знакомо. Амнисия с самого начала благословил нас проницательностью. Мы благословляем эту машину, чтобы она послужила тебе так же, как служит ему. Окей. Так, оружейный зал. Используйте оружейный зал, чтобы модифицировать комплекты оружия ваших космодесантников. Советуем периодически заглядывать сюда, чтобы обновлять экипировку. Окей. Так, здесь можно посмотреть характеристики основного оружия. Так, здесь можно узнать больше о текущей способности вашего персонажа. Ярость-то была, только мне вообще не до ярости. Тут я ничего не могу. А, внешний вид. Это типа я? Только в шлеме. А в чем разница? DLC. Что? А, у него типа здесь... Ну, окей. Погоди, не понял. А где, блядь? Как оружие-то поменять? Никак. Левый shift предосмотр. Ну, он, блядь, такой же, только золотой. Посмотри, что меняется. По идее, ни хера не меняется. Ладно, хрен с ним. Так, значит, что у нас здесь? Так, оружейный зал, оружие. Здесь вы можете поменять оружие, узнать... Да понятно, это все больше. Так, все. Ну вот, молоточек прям вообще уже куда? Ёптить-моптить. Так, недоступно для этой операции. Почему? Ну, это типа неинтересно. Зачем ты сюда пришел, если здесь ничего не доступно? Так, болт-пистолет. Окей. Плазменный пистолет. Тяжелый болт-пистолет. Хрен его знает, если честно. Как выбрать? Спейс, экипировать. Я особо пистолетами не пользуюсь, но ладно. Так, а здесь что? Здесь это. Ой, бляха. Болт-винтовка. Тут ничего не доступно. Автоматическая болт-винтовка. Мультиружье. Болт-карабин. Так, ну а смысл-то? Тут ничего и нету. Все? Серьезно? Выбор экипировки довольно ограничен. Ага. Наш арсенал не знает недостатка.
но доступные варианты обусловлены особенностями текущей миссии. Принято. Благодарю, Магас. Можно просто Галио. Мы слишком давно знакомы для таких формальностей. Да, давай, Галю. Ланига, не знаю, слушайте, не знаю, продолжим, возможно, между, опять-таки, Horizon и Forbidden, Ghost Tsushima и Horizon, Zero Dawn, может быть. Но что-то такое ощущение, что я не знаю, игра мне довольно-таки не нравится, и, бляха, я буду пригорать, потому что, ну вот сейчас мы это все видели, у меня это довольно пригорело. Потому что реально боты здесь нихера не делают, вот. Но неважно, ладно, посмотрим. Между играми, может быть, будем заходить, и когда-нибудь, возможно, мы ее пройдем. А на сегодня давайте заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока. Пока.